Ребят, приточили нам сегодня всякую всячину. Значит, сразу по ценам. Вот такие вот вилки, ложки из нержавеющей стали. Все это советское, дебелое. Вот реально, если это вилка, так она не гнется. Если это советская. 15 рублей любая. Вилка, ложка, ножи по 15 рублей. Значит, такой вот маленький чайничек. Кипятильничек 100 рублей электрический. Варежки абсолютно новые. В наборе их 20 штук. Пара стоит 20 рублей. Все новенько для работы в самый раз. Есть вот такая вот нержавеющая посудка. Я не знаю, это может для яиц там, что там, или для джема. Короче, 50 рублей и она ваша. Вот такой вот телевизор старенький. Да, антенны нет, не могу вытащить. Тут все, что от нее осталось. 300 рублей такой аппарат. Кому интересен, все работает. Приходите, приобретайте. Скоро намечается дельце. Поедем мы за тканями. Будет большое количество отрезов. Всяких разных жатки, трикотажа, сатина, хлопка, ну как бы много чего. Поэтому следите за поступлением товара каждый день. Ролики наши выходят по 9 роликов каждый день. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Всем пока!